Внимание к себе требует Центр национальных культур Днепр. Напомню, в январе он был закрыт по предписанию мирового суда в связи с несоблюдением правил пожарной безопасности. До сих пор вход в здание опечатан, правда, на этот раз уже не пожарными, а судебными приставами. Данные нарушения у нас систематически предъявляются, то есть к Центру национальных культур, они с 2008 года у них не выполняются. Дальнейшая судьба ЦНК, устранят нарушения и могут, в принципе, начинать работу.